Всем привет, меня зовут Виталий, и вы смотрите историю про Пейна. Специально для сайта школы техник Наруто Дзюцу.ру. Узумаки Нагата стал сиротой после того, как ниндзя из Конохи расправились с его семьей. Гонимый отовсюду, он встретился с такими же сиротами, Яхико и Конан. Шла Третья мировая война, и детям требовалась опека. К счастью, на их пути возникли легендарные санины. Один из них, Джирайя, решил остаться с детьми, чтобы научить их самообороне и основам выживания в этом жестоком мире. Именно благодаря тренировкам с санином в Нагата раскрылся его истинный потенциал. Защищая Яхико, Нагата, сам того не ведая, активирует самые мощные в мире дадзюцу – глаза Рикуды Сэнина Ринаган, который, как позже выяснилось, был неким подарком от Учихи Мадары. Когда дети достаточно окрепли, Джирайя покинул их. Яхико, живущий мечтой о мире во всем мире, создал организацию сопротивления, объединив множество единомышленников. Его идеалы разделял и Нагата. Однажды их навещает Обито, выдающий себя за Учиху Мадару, и Зетсу, предлагая сотрудничество, но получает отказ. Позднее, во время сражения с Ханзо, Яхико жертвует собой ради спасения Конан. Нагата, охваченный яростью, использует призыв Гедамаза и Призрачного Дракона. Этот день ознаменовал рождение Пейна. Находясь в незавидном положении, Нагата все же принимает предложение Обито и формирует полноценную организацию, цель которой — сбор Биджу. Обездвиженный, он использует 6 мертвых тел, одно из которых является телом Яхико. Позже в деревне Скрытого Дождя, коей ранее правил Ханзо Саламандра, убитый Нагата, объявляется Джирайя, и он намерен пресечь действия организации. Ему приходится вступить в неравный бой с 6 телами, управляемыми Нагата Пейном, способности которого выходят за рамки понимания обычных шиноби. Бой оканчивается в пользу бывшего ученика. Обито, понимая, что медлить нельзя, посылает Нагата и Конан захватить Джинчурики Девятихвостого. Действие Пейна приводит к тому, что Коноха превращается в огромную воронку, усеянную множеством трупов шиноби. Когда объявляется Узумаки Наруто, завязывается зрелищный бой, который оканчивается поражением всех 6 тел. После разговора с Наруто, Нагата осознает свои ошибки и, используя Рино-тенсей, воскрешает всех убитых им шиноби ценой своей жизни. Во время Четвертой мировой войны Якуша Кабуто призывает Нагата при помощи Эдо-тенсей. Вместе с Учихой Итачи он сталкивается с Наруто и Би. Демонстрируя способности всех 6 тел, Нагата становится опасным оппонентом в схватке, но Итачи удается запечатать его в мече Тацука навеки. Душа Нагата обретает вечный покой.